Плановое совещание по традиции проводил глава поселения Александр Гусев. На этот раз основной темой для обсуждения стала работа бюджетных спортивных учреждений Одинцова. Эта тема одна из приоритетных, ведь в городе для занятий спортом есть все необходимое. Директор муниципального учреждения Одинцовский спортивный центр подвел итоги работы за прошлый год, а также обозначил планы на будущее. Основным видом деятельности будет Одинцовский спортивный центр. Является деятельность спортивных объектов. Это обеспечение деятельности бюджетного учреждения для создания условий, способствующих развитию физической культуры и массового спорта, организация физкультурно-оздоровительной работы с населением, организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп граждан городского поселения Одинцова. Это учреждение оказывает физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги на территории города. К тому же организует массовые мероприятия не только спортивной направленности, но и театрально-сценической. Еще одно спортивное учреждение, которое отчиталось в ходе оперативного заседания – парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Общая территория обслуживаемых учреждением парковых зон составляет 194 гектара, в том числе территория Одинцовского спортивного парка 146 гектар, сквер центральной площади города 6,5 гектар, улица Говорова 14,9 гектар и новая Трехгорка 26,6 гектара. Одинцовский парк стал визитной карточкой города. С каждым годом Лазутинская трасса преображается, она становится современной и благоустроенной. Здесь проводятся соревнования как районного, так и областного масштаба. Регулярно устраиваются развлекательные мероприятия для семейного отдыха. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».